Ну, пишет. да, только оно там пишет процент, но не пишет ХПС. КПС там должен Здесь. писаться сбоку. Сейчас, ребят, секундочку. Never sleep. Ты какие тотемы будешь? Ну, милишные, блядь, аж Давай, ты милик. милишный, соответственно, я поставлю этот. На ману ты будешь ставить или я на хил? На ману ставь Куда ты пулящих ты. тут бот не включишь? На ману ставь Never. На куда вы пошли, блядь, хилов-то нет. Вы что, блядь, хилить не будете, что ли, нахуй? Лев, блядь. Сансун. Так я спекался, маны нету, сел регени. Куда вы полетели тогда, нахуй? Вой, ты, на. Угу, ты хули вы стоите дрочите так долго? Только зашел вынс. Все, блядь, не вы стоите дрочитесь. Джеро, живи, брат. Подбирайте замки. Мне с первого этажа нужно 12 дополнительных мобов для квеста. Я закончу его на этом. 12 дополнительных? Ну да, помимо того, что мы посередине убиваем, еще 12 душ надо поиметь. 3 из больших скелетов дается. То есть 2 скелета и еще там парочку паучков и скелетов пачку. Тебе сколько душ надо? 462. Вы идите выше, выше. Я бы не сказал, что на мамочка колба норм. Я там слышал объект на мутика, вообще имба, блядь. Давай его если были умники, которые даже на циркуле колбу брали, блядь, мутиком, нахуй сразу ее выкидывали, блядь. Ну бы что ли, блядь. Там, блядь, войд на сове с колбы разчехлял, блядь. Вы так не подамажите, у вас не про товар, не про топор танчится. Я чё от урона ношу, блядь? Чё я умер, блядь? Потому что надо цель бить танков, нахуй, не рандомную, блядь. У меня АУЕ, блядь. У тебя много АУЕ нет в Анхе, блядь. Ну, блядь. Три кнопки нахуй, АУЕ, блядь, и чё, мало? У меня фурики одна, да, блядь. Магния. Кольцо и цепуха, блядь. У тебя фурики две нахуй, АУЕ. Ну две, ладно, вертуха и вертуха, блядь. У меня вообще одна, блядь, у меня один макрос написан, и я вообще его тыкаю, и мне похуй. Коконя. Сожрю на АП, кричу. У
Я понял, что ебучую прожимку надо жать каждую минуту, либо ты нахуй летишь по мане, блядь. Видишь, как плохо добьешь? Спекайся, Фил. Охуенно, блядь. Не сажусь по мане вообще, блядь. Перебываешься, сука, как-то быстро. Не знаю, я почему-то не могу одним персонажем очень долго играть. Меня уже от вара тошнит. Меня от его ДПС тошнит. Блять, Пуси, ты чё, блять? Нормально, нам кому-то души надо. А, репа надо, точно, я забыл. Репа и мне нужна, в принципе. Стоп, мессенджер. Дай дизарм. Транквилити дизарм. Он сколько не плашет. Он же вон в протике, блядь. Чё ему стопать? А чё, на трэше постоянно спекается теперь, да? А хули отлетать? А ты смотри, блядь, я даю 700 нахуй. Допускаю, он идет в танке, я в образе ДБ. У него нету другого шмота. У него ДД шмот. У него ПВП просто. Вот это поворот, блядь. Продажа голды, блядь. Чё-то хочет, чтоб ты уступил очередь на осколки, Войт. Кто, блядь? Панч. Я вообще не дупляю, какого хуя ему осколки идут, если у него вар, блядь, не здесь, нахуй. Так, у меня в рейде может унидить, нахуй. Сука, я не могу пылить, не заебуй. А зачем нидить, смысл какой? Простой. У кого есть профа, тот может нидить. У кого нету профа, нет. Пачку справа давайте зацепим одну. Как там, по-моему, если хоть у одного человека есть в рейде профа, нажимаешь распыл, и она порой. Да, можно. Отдается ему, но у кого есть профа, качал и вложил свои деньги, он хочет сам себе сдизить. О, это я понял, блядь, работай. Дизим, блядь, нидим. Так чего, получится слот на корабли? Это кто говорит? А че тебе там надо? Труба там. Угадай. Турбостя уступит место. Только лети под целка тут. Или да, что там было? Снял? Нет? Еще два моба. Два моба еще осталось, любых.
дополнительных. Типа вон паука и вон скелет одного или одного скелета. Вернее, трех скелетов. У меня профы нет, проф на это. Одно снял, да? Тебе нужен скелет большой, что ли? Да, снял три души. Я лучше три мобах взять. Блять, Америкам все только сделали только одну душу. Ездить ничего не надо. Мне с пауков перед синдроней падает. О, здрасте. Душа. Ролим. Тут ролим, да, когда ничего не уходит. Монстр бьется. Моза, ты давай релодинг, это НХ топ. Шо, я зря по этого друида качал, я ж бафаю всех лапой. А, ну да, ладно, говорил. Реги нынче дорогие, да, типа? Вообще курс голды в реги видели, но вообще обдирал. О, кстати, метка, ловушка слева, видишь? Да, крас... вижу. Так не, как раз же этот турбо просеял моба больше. Дизарм, да? Тишан пусть похилит и позабивает. Надо было писать баян руна. В смысле, блять, баян? Куда ты, блять, напишешь, баян, ро? В гильду, блять. Мы тебе тогда кикнем, блять, и сами соберем. Не, на ретрика, кстати, она нужна, блять. Конечно, конечно. Упала сразу, всем все надо, да, Мос? Там не похуй, как бы. Пускай на Бокрус Мейн когда будет. Бокрус Мейн танк, оф танк будет. Ставлю рыбу. Где у меня рыба, блядь? Бриста баф. Навер, ты в Энхансе, да, будешь? Да. Ладно, Максимка. Не надо ему, давай мне на ретрика, сука, да. Да, давай, НХ. Это... О, МК, блядь, вообще бесит. А ты так по мане, блядь, садишься, потому что кожаные шмотки носишь, да, блядь? Нет, я не сажусь. Блядь, ни одна кожаная шмотка, чё-то доебался. У него в бисе так будет одна кожаная шмотка. Это может, это поактивнее будем проходить, ребят. Транквилити тут, нет? Пуляем. Пул. Гера. На шипе. Ебать, чё? Чё с агро, блядь? А, ну он так реально. Ложимся, нахуй. Прикалываетесь, нахуй, или чё, блядь?
А почему ни одного ледяного? Семь ледяных прикосновений, болтус. Падаем быстрее, не хилимся. Базарю на пула не было, блять. Быстрее ложимся, заходим внутрь, еще раз такая хуйня буду менять, блядь. Заходим. Боргус, ты в DC умеешь разговаривать? Там и тут альфа сунцвет пиздили Алика, блядь. Пидор, блядь, диспельте ему бабу. Сошли Винсна. Так ты, ну, может, что-то скажешь? А кто агресс рвал, Турбо или Саджира? Потому что вначале рвал я, блин. Не, я в инвиз ушел. Не знаю, если забагался опять, возможно. Нет, там но я не видел. Не в тех людях, кто срывает. Проблема в танке, который... Ну, дал столько ЛПшек, сколько дается за 10 секунд. А мы танчили босса сколько? Наверное, больше, да, 10 секунд. Бокру, смотри, ЛП-2 сразу с пула даешь, обновляешь этот, блядь, кровотводом третий ЛП и даешь это, блядь, руническое оружие. Еще 2 ЛП-шки. И тебя хуй кто сорвет, блядь, блядь. Ну, просто если посмотреть на его билд, у него вкачан билд для... Непонятно чего. Ночь мертвецов. Сокращает время восстановления заклинания. Ну, я не буду вычитывать. Ненасытный мертвец. Повышает силу на 3%. Ну, увеличивает ДПС, офигенно. Что там, характеристики вурдалаков повышает. От вашей силы выносливости на 60%. То есть, если ты вурдалака призовешь, который на минуту, он будет сильнее. Восстановление принимает. Жить рыбу. Болезнетворность. Болезненность. Сокращает КД. Смерть и разложение. Предчувствие на 5. Ну, болезнетворность 3. Нет. Вой, подтверждай. Ну, слышно, что я говорю, нет? Да. Я клоню к тому, что у тебя спек Бокрус. Для ППГ. Основная хуйня вкачана, конечно, но у него когти нет, но когти есть у тебя. Так. Да, блять, это... когти в рейде есть, алё, чё, доебались к моему энху, блять. Всё, Бокрус, пуляй. Беги, пуляй на. ЛПшками, Бокрус. Гера. Когда ещё? Когда? У нас 2 шамана. Ну я под волков давал, блядь. Как учили, блядь. Чип. Я тебе еще одну тайну открою. Таунт, когда босс на тебе, и ты нажимаешь на него таунт, он ничего тебе не дает. А когда босс на ком-то, чип, и ты даешь таунт по боссу, ты получаешь агро того человека, с которого забрал босс. Так что там не нажимай, когда босс на тебе. Тихо. А то льда я сейчас поставлю. КДПС. Ну, DC
десятка шансунга тут вообще не лишним будет. За моим вагонами это перебор уже, да. Ну ладно, первый оказал, это еще похуй. Ну да. Там этот зайдет на фонтан. В конце. А нас ДПС хватит еще в Синдру убить, там, блядь. Да тут на все хватит, главное скилла бы хватило. У нас две истерии, да? А кого ты кидаешь? На дорогу? Надо макро сделать. Короче, по команде шесть будешь давать мне. На мосу буду давать. Бокрус на мосу пока, да? А ты сделаешь макрос и по команде будешь кидать мне. А две истерии так лучше? Ну, нет. Она другую сбивает. Не, я буду лучше армсу, а там больше ракосы. А, у нас аджиры есть на туре, блядь, давай с аджиром. Я больше. Ну, не надо пищу. Холипала так соберу, блядь. Ботинки 10, нахуй. Ну то из пула тебе кидаются, блядь. О, квест на Дарнован. Еще одну. Один мешок бы стащить, как вчера норм бы было. Так, тяните череп сюда, милики не бьем череп, только раздачники бьем. Шансун готов все кидать МК. Истерию, да? Одна истерия на Мосу, вторая на Вара. Чё, Энку жалко, блять? Никогда в жизни Энку не кидай. Это на орке можно. Блять, он выйдет. Бокрус, блять, подвигайся. Выведи его оттуда. Выше поднимись. По лестнице, вот. Заявился, сука. Добивайте этого Мавана. Тяни. Второго забери. Милики отошли с лица его. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже... Он что, опять его выйдет? Нет. Череп тяните. Блять, дал по одному контроль, вы его сбили, ну. Мобов светите. Улетай. Пивать.
Че, в десятке дамага нет, что ли? Или это пофиксили? Что именно? Иди паука пизди, блядь, не заёбуй. Затягивай. И чё, врываю? Ты имел в виду, Войд, что типа от моба не было дамага, то там всё поглощение. Ой, чувствую, мы сейчас босса, блядь, спулим. Кто моба поконтролит? Я и Турбойс. Да, Войд просто оттяни его на лестницу, и он будет всегда там. Я его законтролю репитансом, всё. Я лечу на пол. Блин. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Трэш убили. Я освобождаю тебя, эти плоти, мой верный слуга. Трэш скоро. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Сука, сейчас готовься его этот обцевать. И ничего на печать, блять, повесил, ну. Сейчас, секунду. Давай обцу. Хорошо. Дурного. Леонин. Череп, сука, упади на. А я его заберу, успокойся. Заберешь и кикаете сразу с рейдом? Так схуяли. Бокрус, ты тут? Чё там по дереву? Начинай играть. Танк это очень крутая штука. Вера, не? Вера?
А что, у меня этот дом Герем не пишет нихуя? 25-ки точнее. Кто духа взорвал, блядь? Стаки не скинулись, бог, пусть уже босс идет. На все воля господина. Хуй вам, блядь, да? Ну, череп вам, да. Это все из-за тебя, блядь. Я только раз видел, как он падал, блядь. Сколько я хожу уже в целом, блядь. Бля, проверяй, богуха. Око зула, блядь, ебать нахуй, сука, мощно, блядь. Блять, не упал пояс, короче, боешный, я не могу его взять, потому что у меня уже такой есть. Скажи, что за трэш, блядь. Дайте Дживса, блядь. Положи пояс в банк, забери тот, продай и... Я в курсе, Дживса дайте, блядь. Нету ни у кого Дживса, блядь, ты чё, ёбнулся? Да, я поставил его. Ну хуй с ним, блядь, ладно. Я поставил Дживса, блядь. Всё, вижу, вижу. А похую, блядь. Слишком много, блядь. Да, и это, а, этот пояс уже ты его одел, да? Ну, блядь, мой, я в нем хожу, блядь. Да, о, если его... Закрой сумку, вот, а у тебя лежит в сумке долго. Да он в сумке лежит, блядь, я думаю продать, короче, кольцо, блядь, точнее, пояс, выстроить навыки, выкупить обратно. В сумке лежит, он не пропадет, вроде бы. То есть, если что, есть багруха, я хуй её полутаю, блядь? Не, багрухи можно. Она не уникальная, блядь. Можно больше сжать. А чё, блядь, пояс уникальный, нахуй, ебаный? Так, когда ты его надел, да? Он стал к тебе уникальный. Всё. Не, есть просто предметы уникальные, а есть уникально использующиеся. Вот такой можно иметь на чаре только один. Это типа скорпа. Скорб тоже можно иметь на чаре только один. Хоть у тебя в банке лежит, хоть. Как вы его так танчите, блядь? Кого? Маба этого, блядь. Какого? Дракон. Не знаю. Ну, чё такое? Кто там на корабли хотел? Заходи. Так, сейчас. Шу гильдия, кто там, блядь? Кто хотел на корабли? Плюсует, что слепой. Или как Войд говорит, слепошара. Что ты трубой сливнул? Ну, я ему место уступаю. На просто корабли. Выйти нахуй с инстабли, чтобы потом не лететь 2 дня. Я долечу, не волнуйся. Я туда полетаю. А то у него там на лужу вкачаны. Это 4 штуки. А тебе что, Т-10 нахуй будет?
А что-то ты 4 не собираешь. Блять, а знаете в чем хуйня? Потому что я поезд хиловский скинул в ГБ, блять. Сашку. Надо пойти его забрать. Сейчас. Крепче, пока жив стоит. Ну, блядь, не в ГБ, в банк свой. На пушку или дамажить? В пушку Транквилити. И я сяду. И наверное. А что ты возьми? Это десятый. Чего? Чё ты десятый? Или что ты в танке в 10 ходишь? Что? Один не падает, это четвертый? Ну так, блядь. Три куска у меня есть. Просто бесполезно, это десятый, нахуй. Нет, не бесполезно. 4 это 10 топ. Ну, 4 дает прожимку на весь рейд, так же, как и у варов. Прожимка это круто, но 4 куска у меня нет. Так, все тут. Дайте пристабав лапку. А ты Шаркан, нахуй тебе труба, блядь? Так я фаера собираю. Меня не хватает. Не-не-не, блядь, съебался моя пушка. Миндая. Вы только двое одновременно, не сядьте в пушку, алё, блядь. Ушли нахуй на вторую пушку, блядь. Невер нахуй вправо и ушёл, блядь. И вот это вот говно. Если сейчас кто-то запорит нахуй мне пушку, блядь, я кикну двоих нахуй с рейда. Это что, Треньку задонатил, что ли, Вась? Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Нет, я ее выбил. Кто еще садился с тобой вместе в пушку, блядь? Да никто, они двое по-разному разошли. Но она багнулась не из-за просто так, на. Ну нахуй в ЦЛК, у меня самые худшие рейды только, блядь, с гильдии, нахуй. Заморозка. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Разбанкивай пушку, блядь. Они не разбагаются уже. Значит, хуяй корабль не с арбалет. Я могу сесть на пушку, чё багается. Стреляй. Можешь? Можешь. Можешь садись. Ушли. Хватит, прыгай. Всё разбагивается. Так. Перелетайте мага бить. Алло, блядь, Саджира, блядь, кого ты бьёшь, нахуй? РДДшники бьют, нахуй, этот трэш, блядь. Сейчас будем, блядь, вайпаться, нахуй, на кораблях, блядь. Прыгнули обратно. Рыдаешники, почему трэш не бьем нахуй? Потому что он один, походу. Ты смеешь ступать на мой коржейники? Огонь!
А может, ты что, не прилетаешь, что ли, блядь? Я забыл одеть рюкзак. Покрыл перед тебя. Тайномаг, с пушки вылези, пускай твоя рога садится. Моса в пушку залез. Кого рюкзак есть, ты в ту пушках сидят? Да там крыло есть, вон, блядь, на ступеньке ты влияешь и все. Или что, или показать? С правой стороны, по-моему, да? По хилу фокус. Женников убейте на. А обратно как? Прыгать с корабля, да? Прыгай с корабля. Я готов. Женька, добивайте Рыдаш. Так, тайномах, не стой рядом с магом. Там этот кливает тебя. Не помню как. Я на нашем корабле. Ну, когда ты там. Тебе просто смело половину. Не половина. С магом, блять, а с бронзобородом. Так я помню. Панц. Да вопрос, какого хрена бронзоборода подвели к магу? Его за не проводили, на. Он сам подходит вообще-то. Прыгать надо с левой стороны, там где нету Мародина. Мародин кливит на. Не знаю про чего. Ушли. Кто эти заморозка? Три. Испанцы, блядь. Чё ты войд мем на спину? Чё так? Да баба это заебала, я стартую, но это сказал. Не, нормально. Ушли. Так, убейте справа, блядь, ханта, блядь, он расстреливает. РДДшники, убивайте ханта, блядь, я алло. Один. Что мне пизда будет? Уходи, вот. О, кстати, я сейчас прыгнул между кораблями и появился у себя на борту гораздо быстрее. А там я падаю дольше. Ушейники! Огонь! Хота! Сержанты! Бой! Ушей корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Блять, 700 хитов, сука! Не добивайте, пускай все добьют моба. Это, блядь, вторая пушка не разрядила, видишь, блядь? Чё, мага всегда два тела? Да. Ушли, брат. Добивайте пушки. Thank you.
Плащик нормально. Все, полетел я, спасибо. Да. Угу. Турбайсов каши, да? Ну, как бы, если надо, останусь на сурка. Там же никому не надо плащ вот этот, не кольцо. Мне нужно. А, каких принесёв? Кольцо мне нахуй не нужно. Сурка мне остаться или турбойсу назад? Телепортируйся назад. Я бы на ДК взял, в принципе, или тебе надо прям плащ? Чё, отдавать? У меня мастерство меткость. Давай. Мне как раз все по капам тогда сойдется, если одену остальные шмотки. Ссылкашки 25-ки. Че ты забагался? Ну, ну, блять, подожди. А, ты отменяешь. А ну кинь мне обмен. Дрелов. А ща знаю. Тут шаман один не похилит, не? Древние, что-то там древние, блять, люди, трайб. Не помню, что трайб значит. Я где-то гуглил недавно. Я уже забыл, что, блин. А вот это хотел спросить. Это знаете? Племя. Ставлю рыбу. Запускаем. Че, парни, короче, это АФК, мне ж на улице какую-то кипиштачку лишь бы не побил. А какой АФК? Я уже запустил босса, блядь. Блядь, ну и что мне делать? У меня машина за полтора мульта. Где, блядь? Ну что, вайпнемся, ну. Шейпер быстро в хила, блядь. Что ты думаешь, тут один не этот? Ты в ТЦ не отхилишь. Да, да, конечно, не отхилишь. Да, конечно, в хила надо. Быстрее, шейпер, ну ладно. Все на месте. Разогнали. Сейпер назад. Сука. Смотри. Блять, вы рофлеры, сука. Аж притих, смотри, там спекается, блядь. Не, ну парень, прошу прощения. Нештатная ситуация. Ты что там сбалдовал? Просто, что блядь, стрелил их. Да не, там кто-то вылетел, видать, это повзрослик. Этот пиздючок что-то не поделило пьяное. Вот, месилось на стоянке. Я сквозь наушники, как бы, блядь, услышал вот херню. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно поединок короля меча? Гера. Трэш. Готовимся, так. Войдем, Джей.
Спасибо за истерию, очень помогла, да. Кому вы ее отдаете, я не понимаю. У нас две истерии. Что, что кому отдаю? Транквилити, ты бесполезный тут нахуй, хоть на пуливай, блядь. Пока Дэна. А что ты умер, Мосс? Ну, агро. Агро, наверное. А еще там не было. Было бы приятно с истерией подавать. Блять, вы можете его не водить? Миш, нет, не можем. А в чем, блять, проблема, нахуй? Снять, наверное, не смог. Так. Больше ни одного рейди НХ брать не буду. Я вылетел, сука. Сука, НХ как были бесполезны на циркуле, так и тут бесполезны, нахуй. Я на этом боссе битовым энхом с истерией давал 22 тысячи. То просто люди, которые не понимают, как энхами играть, вот, и говорят, что они бесполезны. Хотя единственное, конечно, минус энха большой, это только на манекена босса они хорошо дамажат. На тех, где бегать надо, они плохо дамажат. Выйдем нахуй. Эвейдим босса, блядь. А он чё, блядь, выйдет? Не, не, не. Да. Мокрус, вот ты как бы, я не знаю, что у тебя за, ну, ты из разряда людей, которые вроде как коллекционируют шмот, но ни хрена не понимают, что и зачем, и к чему. Если ты хочешь танчить инсты, РС, ЦЛК, танки на расхват, танки всегда нужны, то я тебе могу объяснить, как тебе сделать спек, какие капы и что к чему. Но то, что ты собрал шмот, осветил печеньки себе и не знаешь тактику на ЦВК абсолютно, не понимаешь, что ты делаешь тут, тебе РЛ должен проговаривать это все. Либо, ну, у меня 2 часа ночи, ты ему сейчас будешь говорить все абсолютно, куда вести, когда донтить, либо будет какая-то параша. Вот я объясню, что было. Ты, я следил за твоими наполненными, блядь, у меня там показывают. Дело не в напуле. Когда кидается метка на танка, то босс, шансон, когда бьет танка, отхиливается. То есть босс отхиливается. Танки меняются. Танчить босса должен танк, на котором нет метки. Понимаешь? Когда на тебя кидается эта фигня,
ты прекращаешь нажимать ЛПшки и любые способности, потому что танк, который нажал танк с тебя, ты можешь с него сорвать игру, а тем более с меня, не одетого танка, ты хуяришь. Либо ты таунтом нажимал, либо ты просто хуярил ЛПшки и стелхные способности. Ты этого не знаешь, тебе это надо говорить. Если у тебя есть желание танчить, то ты будешь танчить, получать дополнительные ПЗ за то, что ты танк. А так как ты танчишь, не понимая ни тактики, ничего, это не дело совсем. Так что либо говори ему, либо спекайся сам в танк. Будете ждать, пока я слетаю и сделаю спек? Я не знаю, можешь поговорить ему, когда таунтить, когда стопать ЛПшки свои. Ну что делаем, или перекур? Никакого перекура. Ну, то есть так же. Да, давайте в 12 ночи перекур.